Как с помощью любимой радиостанции и телефона заработать себе новый гаджет, узнаете из рубрики «Технология успеха». Все самое лучшее впереди, подарки, сюрпризы и только самая лучшая музыка здесь на волнах 105.5 FM. 4 недели подряд радиостанция «Европа Плюс» на федеральном вещании проводили акцию по раздаче современных гаджетов. 100 планшетов разошлись по всей России. Один iPad разыграли в Кургане. Мы, конечно же, активно принимали участие в этой акции. Я делал всевозможные подсказки в местном эфире, конечно же. И вот, может быть, с помощью моей подсказки Юлия Пиманова выиграла вот этот самый iPad, который они разыгрывали. Все было очень просто. Нужно было дозвониться 20-м и просто назвать одну какую-то любую песню, которая исполняется на Европе Плюс. Победительница акции Юлия Пиманова в течение 3 дней звонила на радио вместе с коллегами по работе. Правда, когда диджей взял телефон, девушка растерялась и чуть было не бросила трубку, но смогла перебороть страх. Столько человек пыталось дозвониться, я единственная из всего Кургана. Считаю, это сумасшедшая победа, сумасшедший приз. Михаил Алимов, Денис Мазин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».